Музей-усадьба имени академика Павлова встречает свою 70-ю весну. Поэтому его руководством было принято решение таким вот неординарным образом отпраздновать юбилей и организовать сиреневый бал. Дело в том, что и Павлов ведь любил сирень. И весной музей открыт. И потом, вы знаете, что это вот тоже новый павловский ориентировочный рефлекс. Что такое? И я думаю, что сегодня просто родится новая традиция в музее. Мы будем отмечать на природе, потому что мне всегда хочется эти события встречать в Павловском саду. Потому что действительно, может быть, и эстетический вкус формировался у Павлова именно в саду. Не только он получал прививку от праздности лени. И мы вот с удовольствием ждем гостей. Действительно замечательно, что такие продолжатели у Ивана Петровича, и благодаря тому, что вокруг музея сформировалось потрясающее сообщество уникальных людей, мы понимаем, что дело Ивана Петровича живет, будет жить вечно. В усадьбе открылась выставка картин, представленных Рязанским художественным музеем. Открывается и новый проект, в котором принимают участие представители различных стран, среди которых Португалия, Франция, Великобритания, США, Польша, Германия и другие. Вообще-то ни один художник не обходился своим вниманием сирень. И это прекрасная картина. А потом у нас еще уникальная будет совершенно фотовыставка сирени. Вот у нас есть один человек, он теперь вошел в клуб друзей музея. Он в социальных сетях разместил информацию о том, что в музее состоится, в музее Павлова, сиреневый бал. И из разных стран мира, поскольку Павлов-то гражданин мира, откликнулись и прислали свои в подарок фотографии с сиренью. И мы представили их внимание наших зрителей. Это уникальная выставка совершенно. Несмотря на начавшийся с дождя день, отменять мероприятие никто не торопился. Ведь продолжить праздник планируется в Павловском саду, где гости бала смогут насладиться ароматным чаем и выпечкой.